Ревет мотор, авто заносит, и это важно. Это именно то, чего добиваются пилоты Ниссанов и Тойот. Потому что они участники дрифтинга, молодого, но уже популярного вида автоспорта. Трасса в виде восьмерки. И у кого скольжение боком получается круче, тот и побеждает в соревнованиях. В Омской области соревнования по дрифту проходят в третий раз. В этом году они вошли в месячник оборонно-массовой и патриотической работы, который приурочен к 23 февраля. Министерство по делам молодежи, физкультуре и спорта Омской области стремится поддержать и развить новый вид спорта. И если три года назад первые соревнования проходили на стадионе и в них участвовали только 10 пилотов, то теперь количество спортсменов выросло в 5 раз. А гонки проходят в центре Омска, на Соборной площади. Вид спорта действительно молодой, интересный, довольно быстро набирающий обороты. Не случайно теперь он уже носит статус официального чемпионата Омской области. Это фигурное вождение мощных легковых автомобилей, поэтому участвуют в нем любители, которые могут свои автомобили апгрейдить именно вот для такого вида спорта с использованием заноса. Довольно зрелищный вид, поэтому мы хотели бы, чтобы посмотрели все любители автомобильного спорта вот на это зрелище. Все пилоты здесь любители, и каждый желающий мог прийти и принять участие в соревновании. Максим Бурцев – один из пионеров дрифта в Омской области. Он знает, почему новый вид спорта становится все более популярным. Адреналин. Вот именно адреналин, когда идешь в заносе, когда у тебя все хорошо, когда получается, когда толпа зрителей, когда овации, когда просто видишь радость на лицах зрителей, это и согревает. Знатоки уверены, что соревнования по дрифтингу даже зрелищнее, чем гонки. Это фигурное катание на машинах. Потому зрителей чемпионат собрал немало. Любителей автоспорта не остановила даже морозная погода. У нас в Омске ничего подобного вообще не проходило еще ни разу. Это очень здорово. Я считаю, что надо вот больше таких соревнований раз в 10 проводить. Тогда у нас Омск станет действительно спортивной столицей. Организаторы тоже позаботились о болельщиках. Согреться можно было в специальных автобусах, а также горячим чаем. Всего на старт заездов вышли 35 участников. Бронза досталась Сергею Дятлову, а лучшим стал Глеб Шаап, призер многих соревнований по дрифтингу. Победа ему далась в упорной борьбе. Александр Бергант, занявший второе место, уступил Глебу лишь один балл. На душе огромная радость. Неожиданно, потому что была реальная интрига большая. Честно говоря, думал, слил заезд. На одно очко он слил. Ну вот, судьи порадовали, очень приятно. Первое место второй раз подряд на двух этапах. Финальные точки будут поставлены в конце февраля в Калачинске на третьем этапе чемпионата «Формулы дрифт зима».